Всем привет! Так, ребята, сейчас это такой небольшой тест, потому что я смотрю, как игра лагает, не лагает. Ну да, она подлагивает с этой новой камерой, потому что предыдущая камера, у меня с ней какая-то проблема, не знаю, она дает уродское изображение. Вот, а теперь, вот я сейчас настраивала, короче, камеру, она сейчас очень светлая. До этого была очень темная. Короче, не понимаю я, что мне нужно сделать. Нет, контраст точно надо увеличивать. Сейчас, ребята, это такой технический немного момент. Я думаю, что по-другому не могу это проверить, только на стриме. Так, ну в целом, ок. Короче, если будет лагать, я перезайду. Потому что я посмотрела свои стримы по Far Cry. И это, ой, господи, не по Far Cry, поэтому, как он называется-то? По Dying Light. И это какой-то ужас просто. Там FPS просто умирает вообще при каком-то... ну, беги или прыжки. Я не знаю, что с этим делать. Короче. Не знаю, меня так это бесит. Это потеря качества. Я там читала об этом инфу, и многие говорят, что убрали правильно, убрали Full HD от стримеров, которые начинающие. Но мне кажется, это бред. Так, сейчас я смотрю. Так, я не помню, на чем мы... А, мы остановились здесь, да, я помню. Сейчас, ребята, у меня сегодня такой романтический лук. Красный называется. Я потому что поставила, что я не знаю, мне постоянно по-разному говорят, сколько стоит... Ой-ой-ой-ой, я что-то забыла, как прыгать. Постоянно по-разному говорят, сколько стоит ноут. Я просто наобум поставила, и вот и все. Поздравляю тех, кто сдал ЕГЭ. Или ИГЭ. ОГЭ. ОГЭ, да. А, подождите, я же не в Dying Light. Я-то думаю, что у меня не работает кнопочка. Павшая гора. Разыщите в руинах главный блокиратор. Да, у нас с вами сегодня Horizon. Я скучала. Блин, я забыла, что это не Dying Light. Что это не R1. Сложно переключаться, я знаю. Я по вам по всем очень скучала. Так, сейчас наша героиня немножечко подтупливает. Давай. Я хочу компьютер, который... стационарный, да? Он же так называется. Ну, когда процессор и... этот... монитор. На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Яблоко сейчас съела просто. Это было мощно. Я просто без понятия, сколько может стоить комп. Я вообще не знаю, какой брать. Я, конечно, всех еще поспрашиваю, прежде чем буду брать. Да блин. Потому что это дело такое, знаете, купить комп за огромные бабки, а потом понять, что он что-то там не вывез, это очень тупо. Да, системный блок. Стой, да, я сфоткаю название. Я потому что я так устала от этих багов. Я еще боюсь, что сейчас цены вырастут в связи с последними событиями. Давайте только не будем их озвучивать здесь. Все, я думаю, знают эту инфу. И причем... Эта камера, извиняюсь, что так переключаюсь с темы на тему, эта камера дает эффект вампирский какой-то. Так, а 280к это с монитором или это просто вот эта большая бандура? Системный блок. Ой, спасибо большое, спасибо.
Я просто думала на нем еще не только стримить, но и играть в какие-то игры, чтобы он все игры вывозил. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Моноблок. Да хрен знает, как это называется на самом деле. Опа-на! Привет! Убиватор R777. Thank you very much. Спасибо. Привет. Я и без понятия, что такое моноблок. Доступ альфа заблокирован. Я знаю, что такое ноутбук. Но это пока. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но вы слушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Но... Так, не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам... Вот этот чел, видимо, потом... который здесь сидит. Он так и умер. Сказал же, прекратите лезть в систему. Он на меня посмотрел? Общем, это было совпадение. Я не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди. Наши потомки. Сейчас послушаем. Это что, дар? Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. А, вот она тоже здесь умерла. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно, если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. Да жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, сукнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Не жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск послан. А, ну вот, все и умерли. Да, реально. Ну, почему-то некоторых тел нет. А, ну, наверное, они вставали. Ага. Опа-на. А, это Silence. Не, моноблок я не буду. Чё? Ты накопил 10к монет? Нет, бля, я поставлю 100к в следующий раз. Потому что я уверена, что здесь есть люди, которые не знают о моем специфическом пении. Сейчас, моноблок я не буду брать, потому что я не знаю, что это. И мне это кажется, что это не очень подходит. Вот. Ну, раз уж 10к монет. Ну что же, давайте поболтаем! Всех убили. Теперь ясно, почему. Теперь ясно, почему! Обычные люди. Погляди, oh, yeah, baby! Все, чего эти люди и достигли. Ля-ля-ля-ля-ля. Все любят режим пения, кроме меня. Оставлю я его просто так. Режим пения всего лишь минуту. Осталось 20 секунд. Незабвение, Сайленс. Надежде. That's all. Я все прослушала, ребят. Что такое кик-флип? Я без понятия. Я только недавно, кстати, узнала, что такое уву. Это какая-то пошлая хрень, я бы не стала это повторять.
Пошлая анимешная хрень. Его любят только те, кто начинал со мной вместе. Ой, не, я просто не думала даже на самом деле собирать. Я думала уже купить готовый. Осталось убить с его помощью Аида. Но не знаю, есть ли в этом смысл, потому что, наверное, там засунуто всякое барахло ненужное, не очень качественное. Просто как бы, чтобы человек, наверное, не запарился, они ставят еще цену огромную. Это ящик с припасами. Спасибо. Спасибо. Я потом после стрима посмотрю. Так, let's go, baby. Она так спускалась странно. Спасибо, спасибо. Так, что такое кикфлип? Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Главное мне сейчас не умереть прямо здесь. Блять. Тихо. Не надо. А как спускаться-то? Я так умру. Да, подождите. Я думала, я на этой штуке вот так вот запрыгну и вот так спущусь вниз. Но, видимо, не судьба. Бля. Не судьба. Yes. This is very good. Трюк на скейте. Я не умею ездить на скейте, ты чё? Это... Я умела раньше на пене ездить, но это, по-моему, не скейт даже вовсе. Что это? Еще один топливный элемент. А, топливный элемент? До тех древних доспехов. А, точно, нифига себе, я даже не думала, что он здесь. Хорошо, мне куда идти-то, Лень? Так, свеситься. Всем привет, привет. Тихо, не надо, ты спустись лучше. Опа-на. Нам вниз, да? Наушники с ушами, да, они коннектятся. Может быть, потому что они китайские. Я на самом деле так и не поняла этого. Потому что мне сам производитель, ну не производитель, а поставщик этих наушников. Он мне посоветовал, типа, купить переходник с Type-C и джеком. Но я купила, и у меня вообще нет звука. Звук есть только, когда ты вставляешь, получается, USB и Type-C в комп. То есть это как бы зарядка, по сути, этих наушников. Ой, не в комп, а в... Как он называется? PSP. Блять, какой PSP. PlayStation. Но там звук очень тихий, просто жесть. И он у меня не будет коннектиться. О. Ты здесь? Уже он у меня не будет коннектиться с здесь моей видеокартой. Здесь наши пути расходятся, Элой. Вот. Но сначала... За вас. Я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению. Но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, привет, что я был у истоков. Что? Он обещал знания. И дал их. А взамен? Создал затмение. Культ Аида. Его личную армию. Привет! Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гей. Какая часть Гей? Так, все слушаем. Минерва. Видимо, это долгий разговор. Модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили,
Это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Расскажи мне, что ты знаешь про Аида. Ближе к делу. Давайте так. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Так, сейчас секу. Я нашел Визор. В древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его, пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Игра, кто-то, да, интересная, но сюжет... Так же, как и я. Два, не знаю, для меня он кажется немножечко детским. Я не знаю, разбитый почему титан, вот мой вот такой взгляд. Может быть, я половину инфы так ты думал, это прослушала, титан? Я Древняя хрен машина? Знает. Но как-то не вовлекает вот прям тут... сильно. Я мне просто нравится типа геймплей, смерти, вот все вот эти но животные, которые другая. Ты там убиваешь, собираешь. Она не была всякие... принадлежности она для оружия и всего этого. Я починил и вернул ей голос. Но, блин, сам сюжет так этой игры, блин, знает. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире. Племенами, другими машинами. Да даже Киберпанк, на самом но деле, первое, были очень большие ожидания по итогу. Это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как сюжетные мне нравятся Uncharted, Ведьмак, Days Gone. На чьей Киберпанк, он земле. Ну только потому что там Киану Ривз и сама их вселенная тоже как и здесь. Знания о древних технологиях. Потом что могу еще выделить? Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их. Блин, уже я даже была не помню, во что я играла. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Red Dead Redemption, мне да, да, да. Я, а, я вот много. Тоже хотела про нее играть, физику, когда закончу. Алгебру. Horizon, но выходит новый Horizon буквально через 10 дней. А карха тьмы. И а придется в него боком. Тоже рубиться. Раскол. Ой, спасибо. Я комплименте. Такая возможность. Half-Life, я помню. Вот так, да. Половина я в него в детстве играла. В и мечтая, мне эта игра как показалась какой-то очень жесткой. Они религиозны. Но это мне так, сколько да, было, наверное, это лет? Это было мне на руку. 17, может быть. Я устроил встречу. Сейчас, наверное, Аида нормально с верховным жрецом Бахавасом. Гелис тоже там был. О май гад, все, давайте уже не хочу закончим. Ничего слышать. Да-да. Так, род знаний ты... Ради знаний ты на все пойдешь? Ты постарался исправить свои ошибки? Сколько же ты натворил? Элло. Мне, в общем-то, нет дела. Местненько. С ума сойти. Давайте его отхерачим просто. Ну, возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Хотя это он нам помог, устройство бота. Но он и был, мог быть предателем. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Первые ассасины, да, это я тоже Silence. Знаю. Я хотела куда ты играть, пойдешь? Но как-то что-то не сошлось почему-то, не знаю. Туда... Биошок я смотрела трейлер и... Столько всего надо узнать, пока мне как-то не зацепило, наверное, этим геймплеем. Не знаю, почему. А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну, короче, у меня в планах после Horizon это Red Dead Redemption, да. Мне вот ассасины показались, типа, не то чтобы душными. У них, наверное, прикольная вселенная. Но просто лазить, там же там и лазишь постоянно по стенам, да? Это же вот про это. Водичку пью. Стелс-убийство. Блин, тогда я не помню. Я, возможно, с чем-то перепутала. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Но шпиль...
Так, что у нас? Доберитесь до Дворца Солнца. Я уж что-то почему-то потеряла смысл этой игры. Ну, наверное, потому что я давно не играла. Так, подождите, почему у нас показывает идти сюда? Мы же не можем просто так упасть. Но он нам показывает сюда, а я не могу телепортнуться. Там дует ветер, а сюда что? Ну вот, мы вот так можем спуститься. Это что такое? Ну-ка. Давайте так попробуем. О, нифига себе, думала, она упадет, я буду орать. Вот она. Бля. Ну, хорошо. Dishonored, блин, кстати, запишу. Сейчас запишу. Dishonored. Это старая игра, кстати. А что такое рейд? О, блин, прикольно. А я... Как ты меня нашла? Давай так. И что такое рейд? Я, кстати, у меня все рейды запрещены, потому что рейд какое-то слово такое не очень безопасное. Мне просто так показалось. Ой, подождите, у меня, кстати, знаете что? У меня не заряжается комп. Ща. Почему же он не заряжается-то, Лёнь? О. Я уже испугалась. Думаю, что такое? Так. Последняя серия Эйфории. Слушай, я посмотрела, да, но я, в принципе, от каждой серии всегда жду чего-то большего. Чтобы раскрыли побольше как-то сюжет. Я расстроилась, что вот эта пухленькая девочка, Кэт, да, она больше не будет, как я поняла, в следующем сезоне. И половину сцен вырезали из-за того, что она посралась с создателем этого сериала. Я сюда иду, да? Вот. Мне на самом деле не очень. Ну, типа, я смотрю только потому, что вот реально жду чего-то интересного. Интересного. Ну, каждый раз нас кормят по чуть-чуть прям. Перекидываешь зрителей. А, нифига себе. Типа, ты кидаешь предложение зрителям перейти на канал какого-то стримера? Я не понимаю, почему я не могу туда... А, ну все. Или ты просто кидаешь без спроса. Да, слушай, я на самом деле советую поиграть в Horizon, потому что геймплей свой такой индивидуальный. Ну, вот ты сейчас увидишь. Но мы уже на самом деле в процессе завершения. Потому что это почти конец. Так, я сейчас мне за пары с прической. У меня уже так волосы отросли, я даже не знаю, стричь мне их или нет. Это вечный вопрос. А, пускай будет так. Я сегодня чилкарь. Наверное, эти предатели Азирам просто потеряют Дервара. Что это такое? Ага, сейчас, секундочку. Секундочку. Так, что там? Сейчас подлагивает? Блин, реально подлагивает. Я не знаю, почему. Я вот как только новую камеру подключаю, сразу подлагивает.
потерял. Остричь всегда успеешь. Отрастить всегда успеешь, на самом деле. Да, подлагивает реально, блин. Чуваки, сейчас давайте я перезайду.